«Утро страны» на телерадиоканале «Страна ФМ». И еще раз доброе утро всем тем, кто к нам только что присоединился. Это телерадиоканал «Страна ФМ». Здесь Влад Кутузов, Валерия Майорова. Да, два раза тебе произнесли, что мы тебя любим все. Да, все меня любим. Я и ты. Только... И мы, друзья, сегодня не одни, потому что в гостях у нас замечательный человек. Певец, тренер по вокалу, участник 6-го сезона проекта «Голос» Александр Огородников. Доброе Привет, друзья. Утро. Доброе утро. Саш, ну вот ты вот вообще единственный участник, к которому повернулись сразу все наставники. То есть за тебя практически битва развернулась в тот момент. Так. Ну, как это ты, же, вот как ты себя чувствовал? Ты на тот момент осознавал, насколько ты уникальный человек? Или ты просто мандражировал, стоял и думал, только возьмите меня куда-нибудь ну в какую-то команду? Ну да, только возьмите меня, пожалуйста, хотя бы кто-нибудь. Они же начали не сразу поворачиваться, и на середине песни я подумал, блин, что-то я сейчас буду, наверное, что-нибудь делать, чтобы не попасть в эфир вообще, чтобы не увидели, что ко мне никто не повернулся. А это правда, что ты не говорил ни друзьям, ни родственникам, да, никому, что ты туда пойдешь? Но у меня потому что родители очень сильно расстраиваются, когда я им говорю, что я там где-нибудь участвую, и потом они говорят, ну что там, как? Я говорю, ну никак, они говорят, ну блин. Вот, поэтому я решил, что лучше они узнают об этом. Ну, или хорошую новость, или сразу совсем плохую. Слушай, на самом деле, я вообще завидую терпению участников шоу «Голос», потому что они выходят, и они поют, и уже, казалось бы, где-то в середине песни наступает отчаяние, ты думаешь, вот бросить все, уйти. Отчаяние наступает. А надо вытягивать эти ноты. Ну, вот, ну, поделись вот впечатлением вообще, как ты вот вышел на эту сцену, что ты чувствовал в этот момент? Ну, провел где-то часов 12, наверное, в павильоне до выхода на сцену, поэтому... А что так долго-то? Ну, слушай, телевизионные съемки долгая история, на самом деле, конечно. Да. Ну, не 12 же часов. Не, ну, мне сказали приезжать там к 10 утра. Я приехал к 9, думаю, пораньше. Но мне сказали, заряд так сделал. Ты типа там 52-й. Смотри, какая красота у нас. Приехал без 15:09, а в 9 уже в эфире. Да, видишь, как у нас. Никаких 12 часов. Ну, жизнь улучшается. Все для вас налаживается. Слушай, ну вот сейчас ты, род твоей деятельности, вот когда ты прогремел в шоу «Голос», все, я запуталась. Он только обрастает только какими-то новыми знакомствами, новыми, не знаю, выходами. Но, в принципе, деятельность продолжается та же, которой я и занимался. Ну, слушай, ты... ну это придало тебе уверенность какой-то каких-то собственных силах? Но, хотя они и так должны были, потому что я думаю, что ты понимаешь, что это круто. Объективно ты... Но один из самых крутейших вокалистов среди всех, не будем обижать, артистов, людей, скажем так. Ну, это же правда. Мне сложно судить. Но ко второму туру у меня была бешеная вообще уверенность. А к третьему туру она куда-то исчезла, и, видимо, из-за этого я и провалился. Слушай, ну я, честно говоря, я видел тебя, мы болели, я говорил об этом всей семьей, на самом деле, за Сашу мы болели, я в том числе. И в реале, когда я тебя услышал, это не комплимент, это правда, реальность абсолютная. Я не знал, что у нас вообще так может кто-нибудь петь. Угу. Ну вот правда. Приятно. Это нереально круто, на самом деле. Это такой европейский западный уровень, в самом хорошем смысле. Саша, а вот ты как оцениваешь? Это тебе вот, как Ёлка приходил, говорил, боженька таланта насыпал, или все-таки работа? Как ты достиг этого? В совокупности мне много что дано с рождения было, и много чего у меня не получалось, что мне приходилось тратить на это время. Например? Но так как, ну, например, попадать в ноты просто. Я вот «Лесной олень» вот так в музыкальной школе подбирал. Ну, очень тяжело было. Слушай, я не могу, ты поверь. Технические какие-то вещи. То есть слух именно разрабатывал ты? Ну, не слух, а попадание. То есть я слышал, что я пою не в те ноты, но не получалось спеть в те. Слушай, а ты же сейчас еще и тренер по вокалу. Да. Вот, у тебя есть какая-то авторская методика? Вот обучи нас, как вот можно, так сказать, практически с нуля взять и попадать в ноты? Ну, нужно много очень заниматься. Если вот как раз у меня много очень учеников, которые с нуля ко мне приходят, и там сразу видно, кому дано что-то с рождения, а кто-то там просто... Я такой, из нее. И соседи такие, что они там делают вообще, ребята? И у многих пропадает желание заниматься, которым тяжело что-то дается. Они думают, что, может быть, я им что-то не так объясняю. А я им говорю, что ты можешь приходить ко мне хоть каждый день, но ты должен там выделять этому 2-3 часа, должен заболеть этим. То есть, я говорю, ты не станешь там типа сразу там... Но мастерство, как бы оно достижимо вообще из любой точки. Даже если человек как бы пришел, он никакой, если он занимается, он достигнет. Но я крест еще ни на ком не смог поставить, я все-таки с каждым борюсь, хотя бывают очень запущенные случаи. Ну, есть вот действительно бездарные случаи, когда вот ты понимаешь, что человек, вот этого я не научу никогда. И как вообще ему сказать вежливо, чтобы... Ему не попасть в ноту никогда просто. Ну, наверное, с возрастом, да? И все-таки молодого человека все-таки более-менее можно чему-то научить. А вот если совсем дерево и достаточно взрослый... А взрослые приходят люди с нуля? Да, взрослые,
Да, конечно. Это они сейчас насмотрелись. Это же очень модно. Во-первых, это очень полезно петь. Я ехал в автобусе, там дед один рассказывал другим дедам историю про то, как он поет каждый день и как это полезно для здоровья. И ты такой, да. Как ему можно не верить? В честь чего ему врать? Программа здоровья, а чем полезно-то? То есть это что? Ты же дышишь хорошо. Дыхалка развивается. И у тебя кровоснабжение. Конечно, вся голова кружится в начале урока. Потому что Валерия, у нас есть с тобой шанс поправить свое здоровье. Запущенный уже слегка. Друзья, мы напомним, что в гостях у нас сегодня певец, тренер по вокалу, участник 6-го сезона проекта «Голос» Александр Огородников. А можно не сходить с вот этой темы преподавания вокала? Сейчас, подожди секундочку, я хочу напомнить, что Саша, можете вопросы свои направлять прямо сейчас в группе ВКонтакте. У нас есть специальный пост с каким-то нереальным количеством лайков уже. Саша, идешь на рекорд. И у нас есть WhatsApp и Viber плюс 7 909 928 189 9. Пишите прямо сейчас. Саша, вот там же огромное количество каких-то смешнющих упражнений. Давай продемонстрируй что-нибудь нам эдакое. Давай, мы попробуем. Ну, давайте попробуем. Давай. Просто снизу вверх и обратно. Валерия, поехали. Отлично, отлично. Вот, а я, кстати, видел, как Ози Осборн, хорошо тебе знакомый, делал то же самое, гамму вверх и вниз, вверх и вниз. Так, давай, Ози Осборн знает. Мне давай еще смешнее что-нибудь. Ну, это самое смешное. Самое смешное, больше ничего смешнее нет. А, коровка, я делала коровку. Я предлагаю после эфира этим заняться, у тебя более как-то щепетильно кистить. Нет, ну на самом деле я вот поняла, почему взрослому человеку сложно. Он приходит, а тоже он попадает в какую-то комичную ситуацию, чего он никогда не делал, надо мучать. Ну, у всех зажимы, да. Родители... Как-то неловко. Помимо таланта, да это нам еще зажим. Слушай, а вот, кстати, скажи, как ты считаешь, как профессиональный абсолютно человек в этом плане, психология большую роль играет? Вот, огромную. Она почти все решает, как ты настроен. Если ты настроен по-боевому, то ты борешься. Слушай, а вот смотри, вот тот же голос, если взять, ты настроен по-боевому, ты выходишь, рвешь практически все, и проходит полминуты, никто не поворачивается. У тебя начинается вот эта тряска? Сразу же. Да. Ты же думаешь, что же я не так-то делаю? Поэтому очень, мне кажется, ценно то, кто поворачивает людей с какими-то медленными, действительно сложными песнями, потому что мне намного легче просто продавливать себя дальше, чем, прям отработать это все. Слушай, а если вернуться к преподаванию, ты учишь людей вот просто петь? Просто петь? Или там есть какие-то вот отдельные направления, там, гроул, допустим? Не, экстремальным вещам я никаким не учу, а так я стараюсь просто найти у человека, что ему самому ближе, сразу создавать образ. Мы то есть не учим какие-то просто разные песни, мы сразу строим концерт, который пройдет там у кого-то там через месяц, у кого-то там через 3 года, в лучшем случае. У кого-то через 30 лет, если очень сильно повезет. Кстати, вот так вот к концертам мы подошли. Скажи, пожалуйста, тебя в ближайшее время где можно будет увидеть, услышать, пощупать? Да, вот 12 декабря в клубе «Москва» мы будем играть с составом, который у нас называется «Brother in Arms». Мы будем играть старые рок-вещи. Тоже Перри Мейсона мы сыграем, Ози Осборн. Слушай, 12 декабря, это же вот кавера, да, там в программе всякие? Да. Но там очень сложные кавера, поэтому там, это не кавер-бенд, это группа, которая сыграет хорошую старую музыку. Слушай, я прям с удовольствием. Загорелся, куда? Да, тем более вторник, не очень. Ну, в субботу было повеселее, конечно. Ну, и, в общем, если ты приглашаешь, мы пойдем. Да. Обязательно. Слушайте, у нас буквально через 30 секунд премьера клипа, между прочим. Ой, давайте. Да, прям премьера вообще. Песня называется «Красивая». Вот у нас есть 30 секундочек, пару слов скажи о клипе, а потом уже разберем его попозже. Митя Неустроев написал песню, я ее спел. Митя Неустроев придумал клип, я в нем сыграл. Мы съели арбузы, пошвырялись и потратили 16 тысяч рублей на съемки. Сколько? 16 тысяч рублей на съемки клипа. 16 тысяч рублей? Да, это абсолютный рекорд, потому что это вообще наш. Посмотрим. Но он там на 18 выглядит минимум. Рублей тоже. Мне интересно сейчас посмотреть, потому что мы его, честно говоря, не видели вообще. Но вот песня уже началась. Интро пошло. Итак, друзья, прямо сейчас на телерадиоканале «Страна FM» премьера песни, премьера клипа. Называется все это дело «Красивое». Встречайте, Александр Огородников. Смотрим и слушаем. Мы с тобой рождены. Мы довольными и злыми людьми. Идиотами, поэтами, поэтому мы не способны любить. Уж больно хороши для этого дна. Мы умеем лишь ныть, страдать, рыдать, мечтать. Хорошо хоть что ты. Невозможно красивая. Невозможно красивая. Невозможно красивая. Невозможно красивая. Давай.
влюблены. Хорошо, что каждый в себя. Движимые неврозами, загадочные грезы, стихами и прозами, горе поэтами, от этого мы не способны любить. Уж больно хороши до этого дна. Мы умеем лишь ты страдать, рыдать, мечтать. Хорошо хоть что ты невозможно красивая. 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 Друзья, ну вот только что у нас на телерадио... Ой! Я зажжёл, да-да-да. Песни красивые. Александр Огородников в гостях у нас сегодня. И вот сейчас доигрывает песни, доигрывает практически клип. Слушай, ну, как с арбузами-то? Это было на самом деле всё? Это не монтаж? Щипало всё. Щипало глаза? Да-да, слиплось всё. Ну, я не знал, что это арбузы так можно. Но больше, я, кстати, с этого момента арбуз еще не ел ни разу. Ну, ничего. Я думаю, что никогда не будешь. Да почему никогда? Там не так было много арбузов. Нормально все было. Ты вот расскажи, а концептуальность-то какая-то есть, да? Почему арбуз? Что он символизирует? Разбитое ли сердце человека? Разбитые или разорванные пальцами отношения? Валерий, это просто весело. Просто весело. Ну вот. Ну, нет. Саша? Да, я отвечу. Ну, теперь я начал задумываться. Может, действительно это может, там, действительно что-то разбитое что-то. А знаешь, как бывает, да? Вот люди сочиняют музыку, им потом говорят, вот этот вот образ, он исправляет. Да, я слышал. Это как-то даже называется. Они ничего не догадывают. Это просто стул. Люди, они же любят копать, конечно, сказать, как а там у него ножки похожи на ноги, типа того офицера, который пришел с Ваденстом. Я срисовал ноги и стул с одного. Слушай, вопрос тебе пришел от Виктории. Она пишет: здравствуйте, Александр. Вопрос. Что является вашей музой, Александр? Или кто? Виктория. Виктория спрашивает. Виктория спрашивает, да. Ну, моей музой, не знаю. Моей музой является хорошее настроение. Хорошее настроение у меня, когда какие-то появляются новые эмоции, новые какие-то... Ну, когда я что-нибудь новое вижу, там, вижу новый город. Странно, я редко новое вижу. Хотя бы город или там какая-нибудь... А что, мало путешествуешь? Ну да. Работаешь? Очень много работы. Ну ты даешь. А для чего же так много работает? Надо же как-то ездить везде, арбузами кидаться где-нибудь на берегу, морюшко, понимаешь? У меня съемная квартира, мне тяжело ездить. Дай пять. Дай. Молодец. Я не могу вас поддержать, извините. Так сложилось исторически. Это ты богатый человек, вообще с тобой разговаривать. Есть еще у нас вопрос от девушки, которая не подписалась. А, может, это не девушка. На фотографии не пойму. Ребят, подписывайтесь, а то вы меня в неловкое положение ставите. А когда будет сольник у Александра? Вот какой вопрос. Сольный концерт? Ну, я думаю, что, может быть... Это да. Имеется в виду. Но мы уже говорили про 12 декабря, а, да? А, это нормально. Я почему-то подумал, что сольник — это альбом. А альбом когда будет? А где альбом тоже может быть, кстати? Ну, альбом вышел. Можно его покупать всячески, да? Да, конечно. А следующий нужно? Альбом? На цифровых площадках везде он есть, давай. В следующем году будет, да, есть на всех цифровых площадках. Там iTunes, музыка, не музыка. Как называется он? Чтобы так погубить. Густо. А следующий как будет называться? Мрачно. Нет, в следующем году у нас намечено с группой Remark выход и EP, и альбома, наверное. Я надеюсь, что мы успеем все это за год сделать. По сольному творчеству. Но будут писаться просто новые песни, потому что мне так хочется. Потому что я, когда открываю как в Википедии там тех же, там, не знаю, Scorpions, и смотрю, сколько у них альбомов, и потом открываю каких-нибудь отечественных исполнителей, думаю, может быть, в этом дело, может быть, надо просто... Это мне понравилось, был у Урганта этот...
который написал «Деспасито». Да-да-да. И у него спрашивают: «Как ты написал такую песню?» Он такой: «Ну, вы знаете, ну, я вообще, вообще, мне до этого 8 альбомов уже вышло». Бедняга, блин. Заряд. Ну, случайно так получилось. Ну, зато Скорпионс катается уже лет 10 с прощальным туром по России. Да, да, смешно. В этом году опять, по-моему, будет, мне кажется, или там в следующем. Это же хорошо. Слушай, интересная история. Вот смотри, я прочитал, что ты же выступал с легендарными исполнителями и группами. Действительно легендарными, с большой буквы. Например, Slash из Guns N' Roses, кто не знает, да? Или Том Кейпер из группы Cinderella. Как вообще это получилось и какие впечатления вообще? Как все это происходило-то? Мы обратились к организаторам, сказали, что вот хотим разогреть. Сначала это был, по-моему, группа Wasp, потом это был... Или, по-моему, сначала... Или сначала это был Том Кифер, а потом Wasp все-таки. А потом... Потом это был как раз Slash с Майлзом Кеннеди. Потом еще грели группу Dope. Еще какую-то японскую группу Sagu. Это, а японский рок-н-ролл — это отдельная же тема вообще. Ну да, интересно. Там очень интересные фанатки. Они очень, очень маленькие, и они все с какими-то линзами. Но им вообще все равно, кто на сцене. Вот с ними было лучше всего. Если нас слышали, там нас... Слэш! Я их могу понять, они отдали... Причем это был будний день какой-то, им побыстрее надо слэша посмотреть и ехать домой спать, а тут какие-то неизвестные им парни. Это когда он с своей группой приезжал, правильно, да? Да. Слушай, а удалось с ними пообщаться, вот с этим великим ребятам? Нет. Нет, к сожалению, да? Хотелось вообще, нет? Это что? Ну, конечно, хотелось бы. А что, это они не пустили? Мы смогли пообщаться с группой, которая вот катал с собой слэш. Они вот после нас выступали. Слушай, а гипотетически, слушай, мне интересно, ну, из разряда, конечно, космоса. Порваться туда. Представляешь, слэш тебе подходит, говорит: «Сань, у нас с сексом что-то беда опять вообще какая-то, что-то опять с ним произошло, не хотел бы вот попробовать в себе бы». Эксел уходит в ACDC, соответственно, а ты к нам. Да, да, почему нет? Слушай, а вот такой другой вопрос о том, о чем мы говорили вне эфира. А если все-таки будет возможность у тебя, ну, чтобы почаще быть в формате и так далее, петь поп-песни, вот такую совсем галимую попсу, будешь петь или скажешь нет? Нет, ну если я буду считать, что это совсем галимая попса, то нет. Но я могу запросто что-нибудь спеть такое, что все решат, что это галимая попса, но это будет. Слушай, а вот не моя проблема. Я вот подумала, может быть, сейчас творческий эксперимент провести, взять какую-нибудь, не будем говорить слово галимая, подумаем, просто выберем какую-то поп-песню, и Александр нам свои ей самобытной манере исполнить. Но это надо знать слова, понимаешь? А мы сейчас их погуглим, просто вернемся к этому. Ну хорошо, у нас будет еще время. У нас будет на это время. Слушай, вот о чем хотел спросить. Вообще, ты планируешь... Для тебя главное выступать сольно, или для тебя главное вот группа есть? А есть единомышленники, с которыми ты делаешь, и без которых ты, собственно, как вот без рук? У меня есть несколько проектов, где у меня есть в каждом из них свои единомышленники, с которыми я делаю музыку. Для меня главное, сколько людей просто приходит на мое выступление. Вот это самое главное. А в каком это формате происходит, с кем я это делаю, один или вообще там мне просто дают песни, я ее пою, но это не так важно. Главное, чтобы мне это нравилось, чтобы я видел в этом смысл, и чтобы это получалось хорошо, как мне кажется. Но все же должны быть музыканты, желательно хорошие, да, все конечно, это профессиональные. Конечно. Несколько составов у нас есть. А ты требовательный вообще вот так вот руководитель? Вот, например, если кто-то мимо ноты сыграет, ты потом на планете... Не, я наоборот сам хороший солдат. Я вот люблю знать то, что мне нужно сделать, и выполнять это. То есть ты больше ведомый человек, да, в данном случае как-то получается? Ну, если это так называется, то пускай. Ну, главный результат, да? Главное, конечно. Что, ну, мне просто нравится, когда я знаю свою задачу, и мне ее нравится выполнять, а не следить, не распыляться. Да. Ребят, честное слово, это не я написал, но тут от Валерии пришло сообщение. А девушка у Александра есть? О. Есть. Есть. Извините, Валерия. Кто написал? Валерия? Валерия. Пока. Ну, а что пока? Может быть, просто не настало ее время еще. Ну, что? Что тут разное? Слушай, ну вот альбом у тебя записан уже. Он когда вышел, кстати говоря, летом, да? Осенью. Осенью. Вот практически вместе с клипом. Есть задумки уже какие-то на ближайшее будущее? И собираешься ты... Вообще делаешь выводы от того, что получилось, какой, что называется, выхлоп от этого альбома? Делать какие-то корректировки? Вот здесь получилось, здесь не очень получилось, здесь получилось не так. Ну, вот в этом плане. Да, да. Но вот со сольным альбомом у нас получилось так, что обычно я очень долго все делаю, там, от написания до выпуска песни, там, за ну, минимум год, а тут мы там за несколько месяцев все это сделали, записали, придумали. И мне, в принципе, понравилось это, но в то же время... И в этом и есть и минус, когда ты быстро на скорую руку все делаешь. А вот быстро или медленно — это твоя в этом вина? Ну, вина условно, в кавычках. Нет, да? Нет, это я вот как раз был ведомым человеком, который пошел по правилам и по... Ну, не по правилам, а просто... по задумке других людей. Заставляли перепевать там, нет? Наоборот, ничего не заставляли. Спел, я думаю, вроде точно нормально. Да, нормально, нормально. Нормально. Не задумывайтесь, вам очень идет. Друзья, еще раз напомним, группа ВКонтакте, там есть специальные посты, WhatsApp, Viber, пожалуйста. Девушки, в первую очередь, конечно, присылайте свои сообщения Александру и вопросики тоже. Плюс 7-909-928-189. Ну и напомним, певец, потрясающий совершенно, с уникальным вокалом и тембром, кстати говоря, тоже. Участник 6-го сезона проекта «Голос»,
тренер по вокалу. Тренер по вокалу. Александр Огородников у нас в гостях сегодня. Мы прервем сейчас ненадолго, через несколько минут. А потом я надеюсь, что все-таки спою. Попытаемся это сделать. Утро страны. На телерадиоканале «Страна FM». Александр Огородников у нас в гостях. Это утро на телерадиоканале «Страна FM». И всячески мы тут Сашу расспрашиваем, можно сказать, пытаем своими вопросами с утра пораньше. Хотя, на самом деле, для тебя раннее утро – это не проблема, да? Ты такой зожник лютый. Сейчас не тот был вопрос, Валерий. Нет, я честно, я читала. Возможно, вы перестроите мою жизнь. Я так давно не вставал так рано вообще. Слушай, а про то, что ты лютый зожник, это тоже неправда? Лютые зожники могут спать до обеда. Спать до обеда? Не, я поздно ложусь просто, поэтому поздно встаю. А сельдерей у тебя, тренировки, 2 литра воды в день, это все четко? Да-да-да. По-моему, нет. По-моему, он меня обманывает. На самом деле, если серьезно, ну, многие артисты сейчас соскочили в хорошем смысле этого слова, на здоровый образ жизни, как следят за собой, да, ну, ты молод, тебе еще рано, у тебя и так все хорошо, но тем не менее, ты что-то занимаешься где-то, следишь за питанием? Ну, хожу в зал иногда, да. Иногда чаще, иногда реже. А вообще, как у тебя график строится? Я так понимаю, что ты шибко занятой человек, да? Ну, у меня творческий беспредел такой. Я вот выхожу, ну, не с утра, но с своего утра, там, часов 12 я выхожу из дома и ночью вот прихожу и ложусь. Ну, молодец, приходит ложиться. Слушай, Саша, а началось, давай копнем там в историю совсем в детство. Началось у тебя как вообще? Потому что, ну, многие люди, которые поют уже, которые стали профессиональными артистами, состоявшимися, да? Ну, как бы вот все говорят, да понятно, что, блин, в 3 года он уже пел, и было понятно, что уже вариантов никаких нет, человек будет петь. У тебя были варианты? Или ты как-то потом позже? У меня были варианты. В 13 лет я решил заняться музыкой, пошел в музыкальную школу в своем родном городе Кемерово, которому привет. Сам пошел. Ну, я сказал маме, говорю, сейчас пойду. Она говорит, сейчас давай пойдем. Обалдеть. И ты его учился там на классе чего? Эстрадный вокал был в кемеровской школе музыкальной. Был эстрадный вокал. В школе вокал? Представляете? Вы представляете, 13-летний подросток идет и поет. Да, я еще причем пришел туда, мне сказали, я пришел... Когда? Ну, перед летом что у нас? Весна. Ну, типа, новый, там уже все на каникулы. Я говорю, я хочу заниматься. Он говорит, и голос у тебя сейчас ломаться будет. Не надо тебе. Я говорю, я сильно хочу. Они такие, ну нет, нет. И ушел, я потом мне вечером позвонил и сказал, ну, может быть, да, все-таки. Ну и вот. Все. Я вот ходил на сольфеджио, там я 13-летний сидел, и там 8-летние, 7-летние дети. Слушай, а потом после школы у тебя было еще какое-то образование специальное? А потом я после школы, ну, когда закончил школу, я переехал в Москву поступать сюда, в училище Гнесиных. Поступил? Поступил, закончил. Тоже по вокалу? Здесь. Да. Страна джазовая уже. О, круто. Страна джазовая. И потом скеп. Вот чего мы ждали, Валерий. На третьем курсе началась она. Скеп. Я говорю, блин, мне не нравится. Ничего не интересует, учи. Блин. Потому что, ну, там, первый, второй год, он говорит, ну, пойте, что хотите, там, и все, кто Ваенга, кто, ну, я рок пел. И все, и потом на третьем курсе мы приходим, и Сергей, скеп. Ну, где припев-то, блин? Ну, ты смог, ты дожал. Нет, я сильно ругался, мне ставили тройки за этот предмет, я говорю, блин, это не мое, говорю. Саш, у нас незаметно время улетело, вот у нас есть какая проблема. Я только разгулялся. Давай еще раз напомним про концерт, который будет в декабре, когда, где? 12 декабря в клубе «Москва. Братья по оружию». Все, друзья, все приходить всем вообще без исключения. Да. И в программе по заявкам обязательно заказывайте новую песню Александра «Красота». Да. Саш, большое тебе спасибо. Спасибо вам. Александр Огородников был у нас в гостях сегодня. Приходи к нам еще, пожалуйста. Спасибо. Были рады тебя видеть. Пока, давай, счастливо, до встречи. Спасибо.